Профессора, члена Совета сеньоров Польши, господина Цезаря Костеляка. Действительно, мы сегодня рады приветствовать в городе Кременчуге наших гостей. Рады приветствовать их на фестивале «Сладкий Кременчуг», который объединяет кондитеров не только города Кременчуга, но, как показалось сегодняшнее утро, всей Украины. К нам приехали с Бучи, нам приехали с Кропивницкого, нам приехали с других городов. Сегодня для того, чтобы показать, что они умеют. Вас и всех жителей города побратима Кременчуга по случаю 445 лет его основания и 73 летия освобождения от нацистского вторжения. Подвиг, совершенный на вашей земле, это символ высокого патриотизма, силы духа и героизма. От всей души желаю вам и жителям вашего славного города крепкого здоровья, счастья и осуществлений всех начинаний. Пусть и дальше крепнут и развиваются дружественные связи между нашими городами. С уважением, Генчу Генчев, мэр Свиштов. Я хотел от себя лично и как от законодательной власти поблагодарить коллег из Польши, Литвы, Болгарии в том, что вы отстаиваете позицию Украины на международной арене. Большое вам за это спасибо. Будем всегда рады вас видеть у нас на Кременчугской земле. Спасибо вам. Thank you.